В республике стартовал благотворительный марафон «Время помогать». Его организаторы проводят концерты в поддержку ребят с ограниченными возможностями. Сегодня победители и лауреаты вокальных конкурсов выступали для пациентов детской клинической больницы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Помогать и дарить волонтеры этого благотворительного фонда начали год назад. За это время под свое крыло они успели взять более сотни ребят для того, чтобы помочь им открыть двери в творческий мир. В ближайшее время наш фонд планирует организовать творческую студию для детей с ограниченными возможностями. Если это, естественно, у нас, конечно, получится. Зрители этого концерта – особенные дети с тяжелыми диагнозами. Но никто из них не потерял веру в чудо. Мечты сбываются, и это подтверждает история юного певца Данила Плужникова. Благодаря проекту «Голос дети» о нем узнала вся страна. Данил говорит, что на его пути к эстраде возникало немало преград. Их помогали преодолевать неравнодушные люди. Теперь он и сам стремится подать руку помощи тем, кто в этом нуждается. Для меня любой благотворительный проект особенный, потому что это помощь людям. Сегодня невероятная поддержка. Глава региона пожелал Даниле дальнейших успехов и вручил часы с чувашской символикой в память о Чебоксарах. Михаил Игнатьев отметил, что в республике для поддержки детей-инвалидов создают доступную среду. Все дети, которые дистанционно хотят обучаться, мы практически, выделяя средства, разрешили эту проблему на все 100%. Появляются предприниматели, которые занимаются на самом деле социально ответственным бизнесом. И эти средства мы как раз используем для того, чтобы дополнительные условия создавать для детей. Недавно было отремонтировано и отделение онкологии Республиканской детской больницы. Теперь здесь проводят и сеансы телемедицины. Чувашских врачей консультируют специалисты института имени Николая Блохина. По инициативе Чувашской республики был создан такой телекоммуникационный центр. Наши коллеги с нами консультируются, получают онлайн-консультацию, получают рекомендации. Тут же проводят это все дело в действии. В ближайшее время будет проведен капитальный ремонт и детской поликлиники. Средства на эти работы недавно поступили из фонда президента страны. За счет республиканского бюджета намерены приобрести современную технику. Дмитрий Ковалев и Ирина Габелян. Республика.